есть ниша, в которой хочется видеть новые имена, новых исполнителей, которых не знают. Цель этого проекта – запись новых песен, новых аранжировок, новых текстов и клипа. И при этом, при всем, все финансовые затраты несем мы. Арсен Османов біз эпімізді бірлештірді. Бәлбетте, ең бұйық іш оның омызларына ятажақ. Ол язажақ музыканы, аранжировканы, сөзлеріні. Бе балалардың бұйық ішлеріні айны Арсен алғаражақ. Сон, да, Асия ханымны қайд етмей керек. Асия бүтін бұл сана ұсталық меселелері. Доғры сес алып, доғры ижра етіп. Мен сіз ядеже енді біздер қырым татар балаларымен чалышқан соңра әлбетте тіл мәселелеріне әрбір сөз теміз шықсын, доғры олсын деп бұл тарафларына енді мені мүсіме ве бұнен берабер іште олармен зиядеже дарқатмақ информацион мәселелері бөле насыл айтайым тешкілі мәселелер мына мені мүсімде олажақ. Приглашаем в продакшн не только тех, кто имеет опыт вокального исполнения, но и тех молодых людей, которые, возможно, впервые в жизни возьмут в руки микрофон. В вокальном обучении мы готовы применить свои методики. И приходите к нам в продакшн, воспользуйтесь возможностью осуществить свою мечту, мечту быть на большой сцене.